Добрый день, дорогие друзья. Ну вот, сентябрь календарный наступил. У нас началось осеннее спиннинговое обострение. И мы выдвигаемся в ханты группой лиц. Вон они. По предварительному сговору мы едем брать в плен озерного хантейского хищника. Так что, друзья, будет все классно. Если вам интересно, не переключаемся. Прошли первые 100 километров. Дождик нас не отпускает. Дождь в дорогу, это ж хорошо. А, это хорошо. Будем надеяться. Настроение боевое. Энтузиазм присутствует. Энтузиазм. Из-под фур летит. Ну ничего страшного, потихонечку. Время есть. Ну мы чуть раньше график. Да, не надо загадывать. Мало. Не, вышли. Запасом. Прошлый год переборщили немножко с запасом. Часть главного времени. Хмарь, непогода. Решили коня заправить, потом только до Тобольска. Движемся по расписанию, дождь, дорожку, это, говорят, хорошая примета, прохладненько, хорошо, комара нет. О! Перед паромом остановились в леску. Такие боровички. Классные. Да. Вот, немножко побегали. Пол ведро 20-литрового. Набрали воровичков. А вот так доставляется почта. Он в контейнерах выгружает в отдаленные поселки в хантах. Почтовый фургон выгружается. Потом с контейнера там будут принимать. На пароме. Время движения. Что? Горячего не ели уже сутки. Вот так уже грузили. Зверь, не влез. Мотор. Вкусно повыли. Часть экипажа отдыхает. У нас ну, есть нет, право, у нас есть часиков 5 поспать пока на пароме. Не, уже 4. Ну, поспим. Кашку почти доели. Кашку доели. Перекусили. Так, крайний завтрак на большой земле. Сейчас нас ждет третий этап.
на бронетехнике. Так, последний этап — погрузка бронетехники. И все, и недельку нас не будет. Мы выдвигаемся. Осталось 6 часов, и мы на месте. Ну, здравствуй, дом. Вот и мы к тебе опять приехали. А то с марта месяца не были. Первый день, только приехали, вот боровички нарезали, сейчас пожарим. Ребята обустроились, постелились. На ходе. Да. Мяско нам больше варится. Ну, за окном дождь. Дождь. Только разгрузились, вещи растаскали, прибрались. Да. Постели постелили. Уют создали. Баньку протопили. По ходе. Ехали, солнце, а тут дождь влупил. Только перетаскали, и дождь. Поливает и поливает. Ну, вроде завтра, дай бог, будет все хорошо. Ну, если сегодня закончится, еще сегодня постараемся выскочить. Но в такой дождь не хочется, у нас дней еще достаточно. Ну, порядочек навели. Тут целая куча была. Вот она, ляпота. Ну что, друзья, оборудовали флот. Вчера нам дождь, как с обеда начался, проливной не дал. ПХД только маленько позанимались. Сейчас выходим. Будем опробовать злую хантайскую щуку в плен брать. Ну что, ребята, ну не скажете что-нибудь? Смотри, солнышко, вот оно. Где-то рядом уже. Ну что, не прялся поганого ради, а за рыбалку. Давайте. Норм. We fell in love, so deep in love. Щучка? Есть. Есть? Есть. Ага. Изюк. Хороший есть. О. Яр? Эх.
хороший. О, настоящий хантайский, да, закилушник. А что, с глубины взял? Да, вот так. Ага. Это настоящий. Боком его. Да. Развернем. О. Кому-то хантейский, а кому-то живцовый. Ну, так-то да. Где расти? Грамм. 400-500. Копчугайстый. Грамм 400. Хороший огонь. Грамм 700. Ясь! 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 А, это получше, чем первый. Я тебя даже, наверное, на фото возьму. А, опять изёк. Да. Вот маленько наковыряли. Одна щучка была. Двушечка есть. Ну, пойдем дальше искать. Словно копчугайный. Ну не, на копчение самое оно. Еще один, да, на копчение. А, да, копчение. Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Мэпс работает всегда. Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Отпусти. Поймал. Живец. А, тайга шумит. А здесь затишок. Под ветром.
А, здесь затишок. Солнышко на закат идет. Да, но со щукой что-то беда сегодня. Даже плюхов нету. Окуня наловились. Изей половили. А со щукой беда. Бедовно. Но у нас еще впереди ездни. Завтра должен ветер стихнуть. Перелом погоды. Завтра должно потепление наступить. Совсем иначе, если б я себя уговорил, жизнь меня бросает, словно мячик, жизнь меня бросает, словно мячик. А я качусь, пока хватает сил. Я качусь, пока хватает сил. Сейчас возьмем за поводочек. Снимаешь? Вечерний. Какой красавец. Посмотрим ей в глаза. Не, окунь. Смотри какой. Вот это монстр. Вот это. Смотри, он щуку вытащил. А он в ответ. Пошла руда. Ах, закилушничек. Тоже где-то полторашник. Красавчик. Какой. Вот таких Вова ловил. Да. Утро воскресенье. Вчера сил уже не было почистить рыбку, сегодня с ней разберемся. Щуку на подъему, вот этих великих окуней тоже на подъему, остальных под копчение пустим. И где-то Костя с утра вышел в туалет и вальнул косача. Красавчика такого. Вот какого. Костя позаботился, чтоб мы не голодали. Сегодня погода кардинально изменилась. Ветерок южный сменился. Солнышко встречает нас с рассветом. Надеюсь, и рыбалка порадует. Вчера что-то ближе к вечеру только нас порадовало. В течение дня так ковыряли. Вот к вечеру порезвились, но час до темна было всего. Все, будем сегодня смотреть. Завтра, наверное, на другое озеро пойдем здесь рядом через перешеек.
даже сорока. На четверочку Blue Fox. Лёгкий катер. Шесть же надо? Но. Если шесть, то хватит? Ну там седьмой и что? ПХД. Андрей Иосифович только спрятался где-то. Да, в своем кабинете. Где ты спрятался? В кабинете. А, в кабинете. Он там, да. В кабинете. У меня заседание. В том кабинете. Заготовка венечков. Это везде. Вот все при работе. Андрей Иосифович, не изменяйте. Руководящий полк. Рука молодящий. То есть сейчас будем под подъему делать установку. Там выкосили, сейчас двинем мангал туда, чтобы места было побольше тут зимой на снегоходах приезжать. Я тебя понимаю, Андрей. Так и делается. Да, уже все. Это снова. Кстати, ты щеточку потерять по-моему. Не готова она. Снег, я не что-то чистит. И принчистит. Вы как накатали. Кило 150, но это не самый крупный. Кило 150. Что-то маловато. Кило 100? Не, маловато. Что-то надо включить, да? Смотри, какая желчь. Кило 400. Кило 400. Мой самый крупный, по-моему, на Турунтае тогда были. Или 1,8, или 2,2, я не помню. Рыбозаготовительный участок. Глубокая обработка рыбы, переработка. Глубочайшая. Ничего не остается. На уху. Вон, позема. Портяночки остаются. Уха, копчение. Это биопродукты для восполнения рыбных биоресурсов. Там он еще потрошки с рыбы готовится. Это десерт. Да. Какие десерты в тайге? Самое вкусное. Да. Это часть? Да. Для ухи. Ребят, не реклама, но ноунейм. Шесторез. Песня. А то такой в печку не войдет. Вон, видите, срубил, вон дровишки нарезал. Вот все порубил. Здесь все вырубили. Все вот такой вот пилочкой. Заготовка. Какие красавцы. О! Вот зарядили коптилочку. Копченых окуней сейчас. Заделаем. Полкило, он же еще потемнеет, когда будет. Но. Максим, смотри, какая красота. А вот, ребят, сделали поземочку.
Завтра ее развешаем. Это поземка со щуки. Вот ребята конструкцию делают для подвешивания поземы, для просушки. Потому что там в лагере муха выйдет днем, а над водой мухи не бывает. Поэтому старый проверенный хантовский способ. Макс, Макс, Макс. С этой стороны. Знаю, что там на пол. О, экземпляр. Вышли на бор. Гриб посмотреть. Тут вот изба брошенная. Разрушенная, большая. Ох, сколько ж тут давным-давно когда-то рыбаки, наверное, жили. Брусника. Брусника. Да, гриба не особо. На входе шляпы большие были. Че, не видать, Кость? А он? Ну, шляпы только. Ну, значит, она туда, в конец, где горелки. Вот, вот такие вот. Шляпы здоровые стоят. Вот тут просека от танкетки. Когда-то тут танкетка ходила. Или геологи. Или рыбаков вот к домику. К брошенному подвозят. Ну, здоровые боровики. Синайка. Шляпа коричневая, здоровая стоит. Или прошел уже первый срез. Все, перерывашь.
Да, ну а вот в другой шестой стороны озера посмотреть. Запах какой дурманищий. В пару обалденный. Вот привал на обочине, выходили по лесу. Вот тут Костя Боровичков нашел кучку и решили тот пенечок разбить. Лепота, красота. Озеро рядом. Котлеты будет? Котлетом быть. Котлетом быть. Ну что? Дай эту за поводок. Малек там. Тут, в былые на РТШ такое отпускаю. А смотри, на какую блесну-то. Ну. Она чуть больше блесны. Позорище. А ты-то вообще не взял ничего. Как карася бы закинул бы. Вот так. Ой, кошмар. Ой, хоккей нам не нужен. Да, вообще не нужен. Здесь она поимка вот крупной щуки. Вот она поклевка. Ну, потекай, потекай, а то уйдет. Смотри, как бурится. Это боец. Это ящик. Это боец. Это... Вот эти кадры будут самые интересные. Взрослые ребята. Все остальное уже надоело. Она видишь, что это? Блесна не хватит. Блесна, ты же видишь? Ну, а народ и не открывает. Ну, еще кем-то дикое. Интересно, кем? Да что ты такое? Оп, да что такое? Опять выплюнул. Опять выплюнул.
надо было. Что-то мы за час вчерашнюю норму выполнили. Как бы не сегодняшний автобус. Вот Андрюша засунул руку в щуки. Пальчик. Да, перемотать его. Вот только подплыли соседи. А? Вот соседи, да. Только подплываю. Начинаем процесс соляночки. Начали. Да, начали. Андрюша, крови добавил. Вечер. Солянку решили варить на основе косача. Есть у нас маленькая дичи. Сейчас мы эту дичь закладываем. Косачка разварим. Первый отвар. Первый отвар. И потом будем дальше все готовить. Копченые ребрышки пойдут. Конечно. Ну, бульончик сейчас на косаче мяско сварим. Готовка. Солянки идет. Вижу. Суета в избушке бесконечная. Все готовят что-либо. Кроме подготовки солянки, нарезки вот всяких разных ингредиентов. Константин у нас еще тесто на чебуреке заводит. Как всегда голодаем. Подготовочка соляночки, участие 100% всех участников, может быть не 100, у нас сегодня один раненый, отдыхает, щук больше всех надрал, порезался, ну, баньки помылись, отойдет до завтра. А мы соляночку сварим, а завтра она настоится. Вечерочком. Сланчик, скажи, что там, кубиками режешь картошечку? Да, на соляночку. На соляночку. Тесто сделали на чебуреке. Завтра чебуречки будут не только из мясного фарша, но, наверное, из щучьего. Огурчики на соляночку. Соленка у нас конкретно сборная, у нас не присутствует косач отварной, у нас копченая лосятина, там маленькие колбасоньки, кастрюлька большая, на пару дней. Три вида колбасы. Основное все то, что дала природа. Это хорошую погоду, приятную компанию. Что да еще на вот лучше для соля? И белый гриб у нас это уже. Боровик. Да, это так. На курточку.
вашу пристань, юность моя. Снова близко, если найду кружение дней старых друзей. Качает волна нашу пристань, время летит быстро, быстро. Белый гриб пахнет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ух, как жарко, жарко, жарко. Вот наконец-то грибочки. Боровички дошли. Боровички. Плюс. Очень вкусно, очень вкусно. С луком порей, между прочим. Очень вкусно. Лук порей на сливочном масле. С грибочками. Ребята. Как вкусно? Солянка все. Хлеба, а солянка все солянится. Все солянится. Хлеба, сука, нету. Лось режется. Все поделывается. Мяу-мяу-ка. Время 12 час, но сегодня у нас такой день. Уже. Мы так решили наготовить час? На завтра, на послезавтра. И потом маленечко уже отдыхать. Слышь, давай. Нет, заняться промыслом. Ну да, маленько порыбачить, но чтобы уже без готовок. Заняться тем, уже чем красный. Соляночка настоится. Два дня не кушать. За грибочками всегда можно сгонять. Были сегодня, да, червивый гриб, червивый, ну, выбрать можно маленько. Ну вот наше первое идеальное утро. Чистое небо. Гладь на озере. Большой туман. Сейчас будем завтракать и отплывать. Там сушится подъема. Классическое исполнение подъема. Кубик к кубику. Ладно, потом приезжаем. Оладушки. Что Вячеславович готовит? Под икру автосто. Ну, сытно. Вот у нас тут все идет в дело. Рыба не пропадает. Щучья печень будет готовиться сегодня. Уха. Грибочки такие стоят подосиновик. Ребята, вчера набрали. Вот завтрак простого хантейского рыбака. Там почерский шкварчит. Вот, ребят, насосик такой для перекачки электрический, прям лучше, чем со шланга. Купил, ни разу не пожалел. Не реклама, ни брендов, ничего не подскажу, но в интернете они есть. Прям очень милое дело. Раньше там хлебаешь на батареечках. Прям песня.
то все. Вот такая вот темка. Так у нас столько же сошло. Идите столько же сошло. Идите нахер. В два захода понесем. Нет, чтобы побороться по нормальному строителю. Дайте шанс. Я же вам побольше. Нам чтобы побольше. Это, шкирить все эти чугу. Тебе ж тащить. Нет, побольше. Я уволился. Ропром. Не для пенуски. Буэнос-Айрес. Вообще мы сегодня раскладку делали, мы с тобой на рыбу становимся. Это вы погорячились. Язя? Нет. Такая, до двушки. Есть. Опа, вон. Опять удар был. Что-то у меня сходит. Интересно. Что-то ее как карася хочешь поймать. Это так? Подсучка. 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 Ну открой ротик, ну пожалуйста. Смотришь, везде затихло. Ранена какая-то. Я сказал, она около лодки сошла. Соседнего лагеря приехали поделиться опытом, перенять соседнего ранчо. Да, перенять опыт.
Ты иди сюда. А, боишься сети. Пусть пусть лежит. Конечно, спасибо. Смотри, какой бурун. Бросай туда, бросай. Смотри, какие маленькие. Ну, трешка, наверное. Оборвется сейчас. Она тройником зацепила. Так, спокойно. Что сделал? Легли. Она у нас ошла. Все. Приманка. Приманка. Я здесь. Что хочу говорить. Самое плохое, когда тройником цепляется. На сачок не хотел лезть. На ней. Приманка не у меня зацепила. Печка метр на метр сразу две. Одну вытащили, вторая. Вот минут за 40 мы маленечко накидали. Не за руки. Не поверите, вот это за час. Если что, сумка 80-литровая. Термовская наша 50 на 40, 78 литров. Килограмм 40 за час. И столько же ушло, сошло. Порезвились прям хорошо. Так что, ребят, скажите, куда столько много? Фарш сегодня будем молоть. Ну и как бы на недельку приехали. Удовольствие получить. Все, что не надо будет, все отпустим, не переживайте. Ну, сегодня и вчера вечером прям песня. Да, Андрей Иосифович? Совершенно верно. Согласен. Пока мы тут с вами беседуем, Андрей Иосифович еще говорит, сумка еще не полная. Надо добивать.
Вот, да. О, все. Оп. Вот теперь все. Видите, мы отпускаем. Если что. Да. Если кому чего, то самое главное, сейчас бы еще кидали, еще бы поймали. Что, точка отработала? На базу? Да. Переработали. Давайте, ребята, начинайте там, поспим маленько. Обед, обед, надо покушать. Если может умеет, быть, может быть даже уже и не надо нам. Караси, мараси. Может, караси сюда подвешь? Руслан вот не может нести уже сумки. Вот, уже. Вот то не могу. И это не еще могу. Смогу. А вот то нет. А почему ты несешь то, что можешь? Погода позволила нам сделать маленько подъемки. Солнце, ветер, лучшие условия на воде. Сейчас туда, я через перешей к избушке. А что они тебе одного оставили? Ребята, а вы что тут? Грибы собираете? Что там, подосиновики? Нет. Рыба. Видишь, гриб торчит. Так а вот они грибы. Ой, смотри. Ага, на бабочке Сергей. И мы не будем. Благодатный край. Страшно? Он за два часа сейчас доволок одну сумку, эту, это поменьше. Сейчас тут ребята там килограмм 40-50 за два часа рыбалки. И то больше разговаривали, сплылись. Так, не упирались в рыбалку. Сейчас они там протащатся. Сегодня порезвились прям удачно. Ох. Вон тащат. Тащат. Это наш с Андрюшей рыбу тащит. Нам сегодня прям удачно. Ребята, мы делаем фаршик со щуки. Ну, ведрами, да, по-хамски. Вот у нас филейка было, два ведра. Заодно перемололи. Вот второе ведро фарша делаем. Зима долгая, за все спросит. Ну, друзей, знакомых угостить. Процесс идет? Это завтра. Вот, обязательно усушка, утрутка. Вот до сюда. Утрамбовка. Да, сейчас могу. Сейчас вот так вот. Опа. Оп. И все отработано просто. Все на муре. И все. И воскресенье на рынок. Продолжаем. Воскресенье на рынок. Маркетплейсы. Маркетплейсы. Окупать поездку. Да.
По приезду будет наклеена наклеечка. И на маркетплейсе появится реклама нового продукта. Да, экологически чистого, на берегу Хантейского озера. Верно говоришь. Вот как он там заработал. Там помощка первая. Дальше пошли. Ну что такое? Боже, где это новое для себя? Максим, этикеточку. Кончились. Теперь это вот. Гостом. Так, вечером сядем, просчитаем себе стоимость. Цену назвать пока не можем. Надо, чтобы маржинальность приличная хотя бы была. Ну хотя бы 20%. Минимум. Не, не, при любых раскладах это бесценно. Аналоги. Это бесценно. Ну. Аналоги. Посмотри, на выходе. На выходе какой продукт. Аналоги. Если бы у нас что-то морозилка не сдохла. Себестоимость бы была дешевле. Подождите, мы еще электрика вызвали. Но поскольку ограниченная, то есть товар имеет ограниченную партию, то коэффициент 1,5 сразу к себестоимости. Заниматься, ну займись этими варениками. Макс, садись. Мы правда опять до часа ночи будем чебуреки кушать. Пусть ты хочет везде сам. На ложечку кинь. Это белый хлеб. Тебе на промышленность больше производить. Не справляется он. Все с чего-то начинают. Да. Ну, руку набивает, потом возьмет большой промышленный. Сразу ведро туда. Хлоп. Завакумировал. Вот это. Да. Серьезный такой. Давайте еще раз процесс. Он такой своеобразный. Оп. Мерная тара. Все это у нас на берегу озера происходит. Зима все спросит. Не, просто у тебя хвосты длинные, а? Под патрушки. Это техпроцесс с утра и почти до вечера. Сначала поймали. Пошли до морозилки. Да, сначала поймали. Потом... В морозилочку укладывать. Мы вам весь процесс покажем. От и до. От я до ее. Тут подкрошки чуть-чуть вымыкают. Открываем наш сейф с деньгами. Золото хантейское укладывает. Ради такого даже красную икру вытащили из этого холодильника. Колдует над чебуреками. Никак. Чебуре сегодня, так. От вольного фарша. Много фарша в чебуре не надо. Но когда его тоньше тесто раскатывает. А на самом деле это правильный чебурек, когда мало фарша. Там должен быть сок, маленько фарша, лука. Иначе тесто готовится очень быстро, жарится.
Иначе, как говорится, ну кобзда. Он не прожарится. Да. И взорвется. Сегодня мы с обеда не выплывали, мы где-то пол первого выплыли, потому что надо было переработать то, что за 2 часа наловили. Наловили прям очень хорошо. Вот, почти вон то, вот он, почти ту морозилку забили фаршем. Но, как говорится, не каждый день такое бывает. Посмотрим, что завтра будет. Ну, а когда забьем, потом что? Будем ловить и отпускать. Так. Так что, ребят, не скажите, что мы хапуги, когда мы голодные сдохнем. Мы берем столько, сколько нам нужно. А остальное будем все отпускать, просто получать удовольствие. Мы бы, если бы хотели ее нашарошить, мы бы пообедали, выплыли и еще там пару мешков бы привезли рыбы. Но нам столько не надо. Мы приехали прежде всего в отпуск. Поэтому занимаемся кулинарными изысками и прочим, переработкой, медленно, не торопясь, а размеренно. Вот как это делает Костя. Ни один мускул на лице не дрогнет. Вот какое прекрасное утро нас встречает. Тишина, туман. Выглядывал на то озеро, практически его не видно, того берега. Все в туманчике. Ляпота. Сейчас полноценной рыбалки предпоследний день. Выплывем до обеда, половим. Потом посмотрим, если много, как вчера, рыбки будет, то будем обрабатывать. Все же едем не рыбы хапнуть, а отдыхать культурно. Не захотим, не поедем. Захотим, выскочим, еще порыбачим. Красота. Утро. Доброе утро, страна. Снова. И снова мы в бой идем. За щуками. Масная. Ты самая нелюбимая. Зажопил. Ой, намотал опять. Я любой перестал уважать, когда от Волги до Енисея. А страна остальная где? Выбрал себе вот сам маршрут. Знаешь, сам знаешь где. Слушай, это не сами, а где на. Поклевка в камеру. Не смонтированный ролик. Ты посмотри, шикарно. Да, таких надо, ребят, отпускать уже. Там специально длинные поводки целые, да? А вчера мы нашли на длинный. И Кришну вернул галет, и на восток, ребят, на восток. А я товарищу, где кто?
красотка. У меня для тебя все есть. Или грипы, карцанги. Пойдем, пойдем к нам. Столько интересного увидишь. Сейчас, девочка моя, потерпи, потерпи. Иди сюда, иди, маленькая. Поднимай, Максим. Сачки-то грубые. Так проходят суровые хантейские будни рыбозагодовительного участка. Вот оператор первичной обработки рыбы. Вырезает самое вкусное с нее. И передает на участок глубокой обработки. И потом вот с таких вот светлых кусочков получается замечательный, нежнейший фарш рыбный, щучий. Вах, Андрей Осипович. Вах, вах. Процесс зимних заготовок. Таких вот культурных пакетиках, вакуумных. Мерная чашечка. Пущен кружок на воду. Вечером тихо, просто ради интереса. Только дальняя авиация беспокоит нашу тишину.
и то росчерками следа на небе. Красота! Ляпота! Еще бы придумали генератор бесшумный. Ну так нормально. Красивый закат. Еще минут 15 и станет темно. Ляпота, тишина. Ребята, наверное, кидают. Завтра еще день рыбалки у нас. Денек отрыбачим. В обед рыбу перепорим. Вечерка. И все. Столько дней. Так быстро пролетает. И два дня пути назад. Но в общем, нам этого не жалко. Ребят, ну и знаменитые щучьи котлетки. От пирожки прям будет прелесть. Там у Костяна еще гуляшек. Ляпота. Там у нас все рыбка коптится. Отсюда не видно. Вон там рыбка коптится. Сегодня поработали на славу, порыбачили неплохо. Так в трудах и заботах день прошел. Ну все, отбой. Отбой по туристическому лагерю. По лагерю. Без всяких телевизоров. Без бумбоксов. Наелись. Налупились котлет. И спать. Чтоб жирок завязывался. Клюнула Руслана. Копчушка. Копчушка. Копчугайчик. Прочесывает берег по ветру. Поземка, рыбка вялится. Очередной процесс, процесс заготовки фарша. Руслан уже не поверит. Вот там вакууматор. Фарш. Фар
килограмм 20 паршика подработали за утречко. Сечка. Пол щуки выбросил. Да, когда на копчуга его не забрали как раз. Процесс будете запоминать, бутылка должна быть наполовину полная, не наполовину пустая, а наполовину полная. Только так оно работает. Ручная. Ты за рыбкой пришла? Она. Да блять, потрошка из пакета выйдет. Какой пакет? Он говорит, что я в отходы буду есть. Конечно. Когда тут нормальной рыбы хватает. Сейчас, вот сзади пакет. Ну, зима. Что-то я не вечер. Вечерочка. Завтра выплывать уже решили, не выплывать. Собираем снасти. Сверху. Покажи, чем мы вечером поймали. Мы приедем, завесим. Ну и пара щучек. Хорошие. Хорошие. Все, рыбалка завершена. Завтра нас ждут сборы. Спасибо этому озеру. Не путь домой. Тысяча 440. Только что. А? Покажи, покажи камеру. Хороший. Ну вот и подходит к концу наша поездка. Не поездка, а отдых на этом прекрасном озере. Осталось. Там вот снять подъему, собрать вещи. Ну и большие этапы сейчас. 6 часов на танкетке. Потом ночевка в поселке. Потом 6-7 часов на пароме. И 1750 километров на машинах. Ну что, друзья, поездка была отличная. Хочется поблагодарить данные озера, чтобы
доставили нам удовольствие данную базу. За приятное времяпрепровождение и комфортное. Ну и как всегда, друзья, убирайте за собой мусор, не свинячьте, потому что рано или поздно вам все равно придется на эти места вернуться, захочется. Ну и как всегда, тепла, комфорта и уюта вам. Все, пока-пока.